Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о признаках потери слуха у кошек. Постепенно прогрессирующая глухота у кошек компенсируется осязанием и нюхом, что усложняет диагностирование недуга на ранних сроках. Даже если у питомца сохранено 10% слуха, он не выглядит глухим. Как же тогда понять, что ваш питомец теряет слух? Иногда кажется, что кошка не слышит голосов, и хозяева принимают это за глухоту. Но это не всегда так. Иногда питомцы специально полностью игнорируют хозяев, так что это не повод сразу переживать. Если же в поведении питомца визуально заметна пугливость и неуверенность, а также он часто оборачивается, это признак прогрессирующей глухоты. При испуге животное предпочитает сжаться и оставаться на месте. Обычно, чтобы оценить окружающую обстановку, кошка поворачивает только уши. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Глухота может быть наследственной во многих породах, а также может быть связана с генетической предрасположенностью. Кошки с белой шерстью и голубыми оттенками предрасположены к глухоте. Но все же существует метод, чтобы проверить кошку на глухоту. Необходимо расположиться так, чтобы питомец вас не видел, и постучать по любой поверхности. Поочередно издается разный диапазон звуков, от глухого удара к резкому и от тихого к громкому. При этом на тихий звук кошка поворачивает уши, а на громкий – голову. Усы кошки позволяют чувствовать малейшую вибрацию воздуха. Во время теста на слух следите за амплитудой своих движений во избежание получения ложного результата. Если же ваша кошка все же потеряла слух, вам нужно набраться терпения и помочь ей адаптироваться к ее новому состоянию. Коты легко обучаемы, и через некоторое время животное поймет, что от него требуется, и даже сможет научиться читать по губам. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.